Всем привет! Сегодня у нас будет роллинг на аккаунте моего подписчика с ником APL, который находится в гильдии Челяба. Интересное название Челяба. Босс 21.00, неактив 5 дней, кик из гильдии. То есть такие вот у них условия. Первый раз, конечно, такие условия вижу. Гильдия 72-75, но судя по тому, какие места, видимо, у них очень много людей неактивных. Часто уходят в неактивно 5 дней. Хорошо, средняя сила где-то в районе 100 тысяч, думаю. Да, где-то так. Кидайте заявочки, вступайте. Интересное, конечно. Можете 5 дней быть неактивным, на 6 появиться. Так, аккаунт у нас, судя по всему, да, он донатный. Донатится до Минотавра. Аккаунт молодой, сейчас посмотрим. Что у нас, лабиринт. Лабиринт. Ну, так и знал, что сейчас зависнет. Без этого никак. Так, сейчас перезайдем. Это же IGG Inox. Ролить мы будем на 30к героев. Очень много героев недостающих. Попробуем что-то интересное выролить. Я надеюсь. Так, смотрим, что у него по локациям. Потом алтарь пробежимся, посмотрим. Ну, 18 уровень. Да, видно, что недавно он играет. Что по волнам? По волнам вообще все печально. Волна АА еще. Уже давно должен АФ фармить на такой силе. Так, смотрим алтарь. Где там он? Вот он. Войти. Так, тыковка. Хорош, топовая. Смерть неплохая. Ара без талантика. Без талантика. Где-то держимый. Интересный вариант, конечно. Я бы не качал с разбросом. Ник хороший. Хранителю надо менять талантик. Так, тут тоже все плохо. Нормально, нормально. Не хватает. Так, 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 так. И что? Арена есть. Так, ну, с талантиками, конечно, тут надо будет играться и играться еще. Так, кто тут еще у нас есть? Хранитель такой, малыши, никого у него. А, Финка даже у него есть. Странно, что он ее не качает. Так, что тут у нас? Понятно, все, все использует, в расход дает. Вот, кстати, воодушевление для Фены как раз то, что надо. И для Минотавра уже железная воля стоит. Наверное, с акцией на рынке. Да, скорее всего, отсюда. Вот с этой акции. Отличная акция, кстати. Кто имеет возможность, забирайте. Такое у нас не часто бывает. Так, окей. Смотрим, сколько у нас места. Отлично. Ну что, поехали. Трэшевать. Сейчас чую, мы наролим что-то интересное. Бигфута неплохо. Он хочет Фрейю. Постараемся. 450. Капитан Дрейк сразу же пришел. Отлично. Королева змей и палач. Оборотень, палач. Рыцарь. Бульдозер. Да ты что, неужели так можно ролить? 150, 450, 150, 450, 450, 450. Тесса. Тесса, Тесса, Тесса. Не знаю, не помню. Есть она у него, нету. Так, 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 так. Да, ребятушки, это первый недостающий наш герой. Неплохо. Тесса уже есть. Побежали дальше. Очень хороший герой. Особенно для архидемона с отражением. Вообще отлично. Да и на PvP локации вроде тоже неплохо смотрится. Побежали дальше.
С коряшками у него проблема. Видимо, все сливает. Да блин, хватит этих рыцарей уже. Шаман. Медуза. Ну, медуза, конечно, хорошо. Блять, я уже подумал, думаю, блять, Фрейя, все, пиздец. А не там-то было, это просто у нас фея одержимая. Окей, поехали дальше. Ну, вроде как королева гарпий. Блять, Купидон, Дед Мороз, сердцеедка. Да падает, блин. А где то, что нам надо? Где Бигфуты? Где, блядь, мега-герои? Кенди. Ну ты чё, рандом? Чё, одна Тесса, блядь, и всё? Блядь, малыш Ники Дракос, блядь. У него этих малышей ников уже столько, что просто жесть. Так. Налетчик. Ну давай уже что-то, рандом. Чё с тобой сегодня? Блять, медуза опять. Смотрите, падают герои, конечно, хорошо. Укротитель. Но магазинки все. Блять, это издевательство. Сыпет вообще отлично. Это просто пипец. Сука, блять. Ну че это такое, блять? Дайте кого-то Ронина, блять. Королева. Сука. Блять, ну нападало, конечно, нападало. Ну нападало, как видите. Всякой дичи. Смотрите, магазинка, магазинка, ненужная магазинка. Смотрите, сколько мы героев вытащили. Пипец какой-то. Ну, единственная Тесса. Сердцеедку сейчас гляну, по-моему, у него была. Ну, это просто жесть. Героев на 30к нападало. Да хренище. Так. Ну, сердцеедка у него уже есть. Ну, хоть одного героя недостающего выбили Тессу. Это просто жесть, ребят. Ладненько, поехали дальше. У нас есть еще сегодня одна акция. Сокровищница. Будем трешовать здесь. 15 попыток у нас есть. Ара, Варлок, Стрелок. Афина, Фрейя и Некрос. Ну, конечно, бы Фрейю и Некроса вытащить за 15 попыток я бы не отказался. Ну-ка, мне интересно, у него ара вообще есть? А то я что-то не видел. Должен быть, по идее. Да, ара есть. Ладненько. Блин, конечно, обидно, обидно. Столько всего нападало. У него, видимо, везение на обычных героев на аккаунте. Так, значки почета. Карта смены чар. Золотой ключик. Да, ну тут унылая акция. Тут надо минимум 1200 слить, чтобы что-то толковое достать. Карта выносливости. Стрелка, кстати, я у него тоже вроде не видел. Кристаллы. Все печально, ребята. Варлок. Ну, хоть Варлока достали отсюда, и то не так обидно. Да. Это, конечно, фиаско. Ну, хотя нападало кучу всего. Кучу нападало, повторочек тоже нападало. Блин, ну, конечно, печальные герои, если вы видите. У нас тут произошло. Вот так вот, ребята. Сейчас мы пойдем ко мне, наверное, ролить. Проверим рандом сегодня. Сразу же сделаем батл по роллингам. Посмотрим, что у меня получится на моем аккаунте. Так. Ну, вроде все. Еще раз GTA Челяба. Кидайте заявочки, вступайте.
5 дней можете быть неактивными. Главное, не пассивными, ребята. Так, окей. Побежали, делаем заглушечку. Вот там у нас чатик даже еще идет после стрима. Идем на мой новый аккаунт. Сейчас мы тоже ролим до 50 тысяч. Посмотрим, что же у нас упадет за трицарик на моем аккаунте. Так, 450. Заебись. Максимальная вместимость. Отличный роллинг. Просто мне это нравится. Я это больше всего люблю на своем аккаунте. Ладненько. Побежали, побежали. Так, что у нас тут лишнее? В принципе, можно руны вторые попродавать, я их все равно ковать не буду. Зачем эти излишки? Так, тут пятый сет, пятый, пятый, пятый. Все, что не надо, сейчас продаем. Так, яйца. Чего они тут завалялись у нас? Что за неподобство? Так, руны первого уровня. Так, эти оставляем. Утекание, утекание, утекание. Да тут такие руны, которые, ну, вот я никогда их не буду ковать. Это исцеление. Оно особо мне там не надо. Грубую силу тоже, в принципе, ковать смысла нету. То же самое, ложный выпад. Если брать, то уже брать сразу пятые саты. Единственное, это ремку еще можно ковать, психощиты. Первые левела ковать. Как видите, все равно не все слоты. Так, окей, что тут у нас еще? Ну, это все пока оставим, давайте вторые посмотрим. Так, смертельные удары. Замедление, это я не буду уже ковать. Так, третье. То же самое убираем. Четвертое. Убрать. Так, окей, поехали дальше. Ну, Ронин сразу же. Рыцарь. Ведьма. Сноузила. Фрея, блядь. Вот скажите, где эта логика, ребят? Что это? Как это назвать? Накрутка на аккаунте? Продам читы кому надо. Пишите, пишите, ребята, в комменты. Вот Сноузила, ведьма опять. Рыцарь, рыцарь. Отлично, отлично, просто отличнейший роллинг. Стрелок, ребят, вот так вот надо ролить. Заклинательница, медуза. Вот оно, вот оно, вот это имба роллинг. Вот что значит накрученный аккаунт с самоцветами. Засланного казачка, тайного агента Джиджи, Леди Лео. Так, ну что там, мы доходим. Давай, давай, давай еще имбу. Хотя стрелка и фрей хватает с головой на 30к. Еще одна Леди Лео. Ну дай, 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 топовый герой, укротитель. И до последней легенды. Еще одна заклинательница. Вот так вот надо ролить. По 450 всегда, не останавливаясь. Вот и, соответственно, у вас падают герои. А так, как видите, если ролить... Шутка это, конечно, но... Что я могу сказать? Это рандом. И тут никуда от него не денешься. Пишите лайк, если вам нравится такого рода роллинги. Но, как видите, я не знаю, у меня на аккаунте падает все отлично. Где-то кто-то что-то подкрутил. С китайцев это было IGG. Все, пишите комменты, ставьте лайки, делайте репостики, поддержите парня в комментах. Всем пока.